Это новости нашего города. Меня зовут Кирилл Мигель. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о некоторых темах. ЧП под мостом. Видеорегистратор запечатлел, как мужчина выбросился с высоты прямо под колеса автомобилей. Изменения в ОСАГО. Осенью страховые выплаты вырастут, станут дороже и сами полюсы. И Ноябрьск в летних красках. В городе уже высажено 75 тысяч цветов. Начну с трагедии. Стали известны подробности гибели 37-летнего мужчины. Вчера вечером он погиб, упав с моста. По информации следователей, это случилось после того, как он был отпущен из больницы. В психоневрологический диспансер мужчину доставили днем из микрорайона Вангапуровский с подозрением на психическое расстройство. В настоящее время следственным отделом по городу Ноябрьск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Янау по факту гибели молодого мужчины начато проведение доследственной проверки, в ходе которой будут установлены обстоятельства его падения. В случае, если будет установлено, что это было самоубийство, установлены обстоятельства, приведшие его к принятию такого решения. А также в ходе назначенных и уже проводящихся исследований будет установлено, находился ли он под воздействием наркотических, психотропных веществ, ну, либо в алкогольном опьянении. Едва не погибла, упав с высоты, двухлетняя малышка. Это произошло 21 июня в одном из домов по улице Интернационалистов. Она выпала из окна третьего этажа. С места происшествия ребенка доставили в отделение детской реанимации. Но после осмотра врачи пришли к выводу, что серьезно девочка не пострадала. От гибели ее спасло то, что она упала на песок. Сейчас следователи проводят проверку по данному факту и опрашивают родственников пострадавшей. Они, как выяснилось, даже не заметили отсутствие ребенка. Девочку обнаружила соседка уже на песке. Российские депутаты предлагают изменить права и обязанности полицейских. Руководители профильного комитета Госдумы подготовили соответствующие поправки в закон о полиции, сообщают сегодня РИА Новости со ссылкой на Коммерсант. В частности, предлагается освободить полицейских от ответственности за травмы, которые они могут нанести преступнику, применяя оружие, спецсредства или физическую силу. Безнаказанными станут и повреждения, причиненные имуществу граждан. Предполагается также обязать сотрудников МВД разъяснять задержанному его права и повод для задержания, по примеру американских коллег. Среди существенных нововведений – система увольнения недобросовестных сотрудников. Например, с коррумпированными полицейскими будут прощаться без возможности обжалования такого решения. Их, кстати, будет принимать специальная комиссия. Между тем, полицейским запретили перешивать форму, ходить в мятой одежде и приобретать в розничных магазинах обмундирование. Такое требование подписал замминистра внутренних дел Сергей Герасимов. Как указано в письме, разосланном всем руководителям подразделений, необходимо усилить контроль за внешним видом сотрудников и ежедневно проверять личный состав на предмет единообразия уставной одежды. По его мнению, полицейские нередко выходят на службу в загрязненной и неотутюженной форме, намеренно деформируют ее и портят. В связи с этим теперь полицейское начальство должно ежедневно проводить осмотр личного состава, следить, чтобы сотрудники были одеты единообразно. Но прежде всего руководство само должно являть собой образцовый пример внешнего вида для подчиненных, следует из письма. Воздержаться от купания в карьере у прогазовой электростанции рекомендуют местные власти жителям города. Озеро здесь хоть и теплое, но таит в себе массу опасностей. Водоем не обследуют спасатели, а значит, информации о том, в каком состоянии здесь дно, нет. Поэтому в администрации города принято решение в ближайшее время блокировать подъезды к озеру. Проще говоря, дорогу здесь перекопают так, чтобы отдыхающие не могли подобраться к воде. Мы уже согласовали, вот, выделим технику и, естественно, согласуем, перекопаем. Увеличение разрешенной скорости на ряде участков федеральных трасс привело к снижению аварийности. К такому выводу пришли специалисты Межрегионального общественного центра за безопасность российских дорог. Согласно полученным данным, на участках, где разрешенная скорость была повышена до 130 км в час, значительно повысилась пропускная способность, а также на 25% снизилось количество тяжелых аварий со смертельными исходами. Напомню, разрешенную скорость повышают на участках дорог, оборудованных разделительными барьерами, без пересекающихся разъездов. Кроме того, на этих участках усиливают контроль за стоянкой на обочинах и в запрещенных местах. И, кстати, об авариях. Сразу три автомобиля получили повреждения в ДТП, которое случилось сегодня утром на перекрестке улиц Советская и Энтузиастов. По данным инспекторов ГИБДД, водитель Kia Spectra, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил эвакуатору, который имел преимущество. От удара Spectra сменила траекторию движения и, зацепив стоящий на перекрестке Dodge, вылетела на газон. Медицинская помощь понадобилась пассажирке Kia. С места ДТП она на карете скорой помощи была доставлена в больницу.
На рынке ОСАГО грядут перемены. Информационная шумиха вокруг принятия поправок к закону об обязательном автостраховании наблюдается уже несколько месяцев. Еще в феврале этого года Владимир Путин открыто заявил, необходимо повысить уровень страховой защиты граждан и поручить правительству внести в закон об ОСАГО поправки. Однако в отведенный срок законодатели не уложились. Дело в том, что с поправками не согласны страховщики. На повышение выплат в 3 раза они готовы пойти лишь в случае, если сам полис автострахования подорожает хотя бы на 40%. Анна Новоселова продолжит. Юрий Болдырев уже много лет восстанавливает после аварии чужие автомобили, а 1,5 года назад сам попал в неприятную историю. Страховая компания предложила ему максимальную по ОСАГО выплату – 120 тысяч рублей. Повредили мой автомобиль не по моей вине. Ремонт вышел около 300 тысяч. Недостающую сумму мужчине предложили внести из собственного кармана, но мириться с такой несправедливостью он не захотел. Пришлось обращаться в суд, и это юрист, это месяцы беготни, неприятное ощущение, куча неприятных ощущений. Недовольство по поводу ОСАГО давно высказывают автовладельцы, ведь зачастую страховки хватает на замену всего одной детали. Стоимость иномарок на самом деле порядком возрастает, и порой даже за один бампер не хватит заплатить. Если, допустим, авария уже, не один только бампер, там и лампа фара и так далее, и многие эти детали повреждаются. Вняв общественному недовольству, Владимир Путин еще зимой поручил правительству внести поправки в закон об ОСАГО. Страховку решили увеличить в 3 раза. Если сейчас максимальная компенсация за ущерб автомобилю 120 тысяч рублей, то с октября оплатить хотят уже 400 тысяч, а в следующем году вырастут выплаты из-за нанесения вреда жизни и здоровью со 160 до 500 тысяч рублей. Поправки в существующий закон должны были внести к 1 июня, но процесс затормозился. Взбунтовали страховщики, которые уже давно заявляют, ОСАГО – дело не то, что неприбыльное, убыточное. Ожидая рост страховых выплат, во многих регионах страны даже перестали продавать полисы. В Челябинске у автовладельцев возникли проблемы с получением базовых полисов ОСАГО. Страховые компании заявляют, что у них нет бланков, зато без проблем можно оформить более дорогой вариант. И там по любому поводу не продают. Кто-то говорит, что у них сегодня травят крыс, кто-то, что у них ремонт, кто-то, что кончились бланки. Разными методами страховые компании ждут давно обещанного изменения стоимости. В Ноябрьске, рассказывает директор одной из страховых компаний, купить ОСАГО не проблема. И даже в случае повышения выплат они не собираются отказываться от услуг автострахования. Единственное требование головного офиса – увеличить стоимость самого полиса примерно на 40%. Например, в Швейцарии за последние 5 лет ОСАГО подорожала на 260%. В США и Великобритании на 100%, в Германии на 80%, в Испании на 60%, в России 0%. Иначе, чтобы выжить на этом рынке, придется мухлевать, открыто заявляют страховщики. Если опять из нас все начнут выжимать, мы также, естественно, будем придумывать что-то, чтобы не разориться. Платить меньше, заставлять. Мы часто не делаем, в отличие от конкурентов. Заставлять прикупать дополнительные полисы. К компромиссному решению удалось прийти только накануне. 23 июня в кабинете у первого зампреда правительства Игоря Шувалова прошло специальное совещание по ОСАГО. Представители Госдумы, Минфина и Центробанка пошли на уступку страховщикам и приняли решение повысить осенью не только лимиты выплат, но и тариф ОСАГО примерно на 20%. Анна Новоселова, Анатолий Присич, Григорий Курптев, Александр Иванов. Новости нашего города. Сейчас полис ОСАГО в Ноябрьске, например, на автомобиле Renault Logan стоит 3700 рублей для водителей со стажем. Для новичков цена выше примерно в 2 раза. После повышения цена на полис для бюджетных авто возрастет примерно до 4500 рублей для стажистов и до 8000 для неопытных водителей. В преддверии планируемых перемен на рынке ОСАГО журнал «За рулем» провел свое исследование читательской аудитории. На вопрос, как вы относитесь к тому, что стоимость обязательной страховки вырастет, ответили почти 10 тысяч автомобилистов. 44% читателей признались, что они не против повышения цен на ОСАГО, особенно если выплаты станут гарантированно больше или будут представлены дополнительные сервисы, например, такие как электронный полис. 36% респондентов проголосовали против повышения цен, а 15% автомобилистов признали, что даже нынешняя цена им не по карману и, вероятнее всего, придется покупать липовые полисы или же вовсе ездить без страховки.
Согласно поправкам в Воздушный кодекс России, которые вступили в силу 21 июня, перевозчики получили право наряду с обычными билетами продавать невозвратные. Обычный тариф подразумевает, что пассажир может, отказавшись от перелета не позднее, чем за 24 часа до отправки самолета, получить обратно полную стоимость билета. Владельцу же невозвратного билета авиакомпания возместит затраты, только если он не смог полететь по форс-мажорным обстоятельствам из-за болезни, смерти члена семьи или в связи с задержкой рейса. Кстати, авторы поправок в Воздушный кодекс посчитали, что теоретически стоимость невозвратного билета может быть снижена на 8% по сравнению с обычным. Новости нашего города выяснили, где модно отдыхать этим летом. И вот какие ответы от жителей города мы получили. Как вы думаете, где сейчас модно отдыхать летом? Наверное, в Крыму. Раз реклама прошла Крыма, значит, в Крыму. В прошлом году мы были в Абхазии, но в этом году не получается пока поехать. Тем более пенсионерам сейчас собираются делать раз в 2 года проезд льготный. Наверное, скорее всего, в Крыму. В лагеря. Все любят, у меня все друзья любят в лагеря ездить. На море, там в Геленджик, там в Анапу, Ейск можно, в Сочи, чтобы отдохнуть. Турция, Египет. Но мы ни разу не ездили, собираемся. На границе, да? Модно сейчас отдыхать в России. В России. Потому что неспокойная ситуация в других странах. Я думаю, в России. Насколько денег хватит, туда можно ехать. Конечно, можете здесь остаться, наслаждаться озерным светлым, а можете ехать в Таиланд, Турцию или еще куда-нибудь. Крым же сейчас все, Крым, сейчас только разговоры за Крым. Крым теперь наш, можно ехать в Крым. Сами куда-то едете? Едем, наверное, но мы, наверное, едем в Краснодар. У нас там у мужа бабушка, мы едем, наверное, туда. Мы к себе на родину, в Белоруссию ездим. И к мужу в Тольятти. А так даже не знаю. Я думаю, нужно в России отдыхать. У нас только много мест хороших, куда можно было бы съездить. Ну, в этом году хотели отправиться в Крым, но не знаю, как получится. Вот. А так, вообще-то, чаще за границу ездили. На конференции юных робототехников и изобретателей в Москве ямальские школьники представят свой проект. Конференция юных техников и изобретателей состоится 26 июня в Малом зале Госдумы России. Здесь пройдет презентация лучших инженерных и технических исследовательских проектов 2014 года, в которой примут участие и надымские школьники, победители, призеры, дипломанты региональных и всероссийских форумов. Ну и последнее. Ноябрьск цветет и благоухает. В городе уже высажено 75 тысяч цветов, и работы по благоустройству продолжаются. Сегодня коллектив индивидуальных предпринимателей Штанько высадил свыше 5000 бархатцев, петуний и виолу храма архистратига Михаила. Сегодня же цветоводы благоустроили и аллею культурно-спортивного комплекса «Ямал». В ближайшее время цветы также появятся у стелы первопроходцев на перекрестке проспекта Мира и улицы Ленина. На этом работа самих цветоводов не закончится. В течение всего лета они будут поддерживать хрупкую красоту, поливать, удобрять и пропалывать землю. Очень приятно, когда твоя работа, твои цветы высажены в городе. Очень приятно, когда это нравится жителям. С каждым годом отношение людей меняется. Бывают то, что вырывают, сломают, но больше это, скорее всего, маленькие дети, но не взрослые люди. И это была завершающая информация выпуска. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего доброго и до свидания. Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир. Пятого июня в Салехарде +23, ветер северо-западный до 2 метров в секунду. В Ноябрьске 24 градуса тепла, западный ветер до 2 метров в секунду. В Муравленко 25 июня +20, ветер юго-восточный до 2 метров в секунду.